Оу, что это такое? Вы посмотрите. Черный олень сходит с ума! Какой он огромный! Блин! Им управляет маленький олень? Ха-ха-ха, что это? Вот это жесть! И тут выскакиваем мы такие. Опачки, здрасте! Кидаем рога в портал. Что сейчас будет? О, это же собака, которую мы побеждали! Теперь у нее рога! Очуметь! Они будут сражаться вместе со мной? Хо-хо-хо! Ну все, сейчас мы точно всех на шаверму пустим! Что происходит? Олень, ты куда летишь? Нас куда-то засасывает, коты, в какую-то гигантскую воронку. О, это город будущего! Вы только посмотрите! Ёшкин матрёшкин! Что здесь происходит? Все затопило! Блин, надо спасать человечество. Давай, олень. Ё-моё, куда ты едешь, трамвай? Ты не видишь, олень по городу бегает. Очуметь, еще и по щам нам дали. О, здорово, человек из будущего. Как дела? Чем занимаешься? На тебе рога. И давай потанцуем, как настоящий олень. Раз, два. Отлично, красава. Ладно, пойдем посмотрим, что это за ящики такие. На, получай ящик. Отлично, у нас теперь есть пулемет. Но этот человечек от меня так просто не отвяжется. Все, я забираю свои рога, и можешь идти гулять, куда шел или шла. Отлично, еще пулеметик. Кстати, коты, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал за 3 секунды. Тогда мы точно сможем спасти весь этот город. Раз, два, три. Молодцы, коты. Здорово, хомяк. Ты все еще крутишь колесо. Блин, мне тебя очень жаль. А вот и людишки тоже что-то крутят. Вы что, с ума сошли? Давайте лучше потанцуем. О-хо, вечеринка в городе будущего. Ничего себе, я из пукана стреляю. Здорово, гигантский носорог. Очуметь, какой он здоровый. И здесь еще куча ящиков. Сейчас мы пару бомбочек здесь кинем. Неплохо так. Отличненько. Бэу. Оу, вы только посмотрите, еще пару пулеметов. Мне скоро уже не будет места, куда их крепить. Очуметь. Это какой-то кибер-олень. Киберпанк. Опа, там, смотрите, корова есть прикольная. У нее морда очень смешная. Сейчас я вам покажу. Вон она такая. Халлоу, как дела? Все нормально, корова, у тебя как? У меня тоже все отличненько. Да кто бы сомневался. С такой довольной мордой стоит здесь. Ладно, побежали, посмотрим, что здесь есть еще у нас в этом городе будущего. Я уже просто весь облеплен этими пулеметами. Мне кажется, народ в шоке. Хотя они здесь какие-то все странные, молчаливые. Давайте сломаем еще ящик. Оу, очуметь. А здесь вообще предел есть в креплении оружия? Это что такое? Оу, ракетницы. Очуметь. Вы только посмотрите, у меня кибер-олень. Какой он прикольный. Опа, здесь мотоцикл. Ёшкин матрёшкин, вы только посмотрите, что сейчас будет. У нас сейчас олень станет вольтбайком. Это круто. Так, оружие-то я не потерял? Нет. Значит, все-таки можно превращаться в этот мотоцикл и гонять по городу. Я олень вольтбайк. Ну что, кто остановит меня? Я даже могу прыгать. Это достаточно забавно. Ладно, давайте еще поищем ящики, и в принципе можно приступать разрушать город. Опа! Отлично, еще берем один пулеметик и давайте все ломать. Сейчас нас будут ловить полицейские. И нам надо будет их обязательно побеждать, чтобы к нам вышел главный босс. Что происходит? Уже первый полицейский из будущего появляется. Вы только посмотрите, это овца-человек или человек-овца. Очуметь, вот такие вот полицейские будут в будущем. Ха-ха-ха, коты, что за жесть. Ладно, сейчас мы дадим ему леща. Пока здесь еще все посносим, пособираем пулеметы. Он к нам бежит. И пока он это сделает, мы уже просто станем какой-то машиной для убийств. Воу, гасим всех. У нас здесь даже самонаводка есть. Очуметь. Но это просто на изи сейчас будет. Смотрите, этот овца-человек пускает в нас овец. Серьезно? Хе-хе, парень, остановись. Кто вообще когда-либо видел, чтобы овцы были полицейскими? У-у-у, давай, гасим их всех. Сейчас победим. Давай, давай, олень, ломай все. Но это просто на изи.
Отлично, мы спаслись от копов, и теперь нам надо дальше все разрушать, чтобы вышли еще сложнее полицейские, которые точно смогут дать нам леща. Очуметь, давайте ломать вот это здание. Просто какой-то беспредел здесь происходит. Мы, видимо, в каком-то Китае или Японии. Я даже не знаю, что это за город будущего. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Опа, катана. Ну, ее взять нельзя. Ну, серьезно, на нас уже столько пулеметов. Опачки, еще один новый полицейский. Кто это? Воу! Полицейская машина, а там сидит белый медведь. Ну, кто бы сомневался. Неплохо он так трансформировался. Очуметь. Три медведя-машины. Вот это ща будет прикол. Сложновато, против одного-то легко. А когда на тебя нападают три мишки, это, возможно, будет габеля. Но постараемся их тоже победить. Давай, оленище, бери еще пару ракетниц. Неплохо мы так тут скачем. Воу, здорово, мишки. Бам-бам-бам-бам-бам. Воу. Слушайте, они превращаются в машины и потом снова трансформируются. Очуметь. Но когда они находятся в стадии машины, по ним нету урона. Понятно, надо их провоцировать на то, чтобы они превращались в медведей. Ладно, сейчас мы подлетим повыше, чтобы нам не дали затрещину. И постараемся спуститься в удачное место. Все, отлично, мочим! Ууу, как он близко! Отлично, минус один. Сейчас уже минус второй, по-моему, будет. А здесь овцы, полицейские. Что он здесь делает? Откуда они взялись? Мы же уже их победили. Очуметь, их уже, по-моему, даже 5 человек. 3 медведя и 2 овцы, которых мы тоже победили. Неплохо, коты. Пока все у нас просто на изичке происходит. Хо-хо-хо. Олень, ты просто сумасшедший у нас. Обязательно ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал. Где вы еще увидите такого кибер-оленя? Только у нас. Опачки, сносим еще пару зданий. И уже у нас почти максимальная стадия преступности. Это, конечно, такое себе. Опачки, бам, здание упало. И сейчас уже будет скоро выходить новый полицейский, когда мы снесем это здание с осьминогом. А нет, надо еще что-то сломать. Сейчас тогда давайте какой-нибудь домик разрушим или машину. Опа, просто все уничтожаем. Воу, вы только посмотрите. Третий полицейский. Это, наверное, самый мощный. Оу, это же заяц. Мы его уже побеждали. Серьезно? Там выскочил бегемот? Что происходит? О, он просто огромный. Блин. Опа, заяц-то внутри у него оказывается. Хо-хо-хо. Слушайте, это самый опасный полицейский. Сейчас мы будем с ним справляться. Опять овца пришла, окей, тебя мы на изи сносим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Все просто легко. Но вот этот бегемот будет просто огромный. Как его победить, я не знаю. Здесь все полицейские повылазили, даже два медведя. И овцы бегут. Ёшкин, матрёшкин. Давайте гасим их всех. А вон бегемот бежит. Блин, он просто огромнейший. Там еще зайцы с пулеметами сидит. Давай, олень. Нам надо их всех победить. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Очуметь, вы только посмотрите. Вот этот бегемотище. Все, мы его завалили. Что-то совсем быстро. Пару овец тут еще. И вон там вот овцы-человек. Давай-давай-давай-давай, олень! Просто на изи всех выносим и спасаем город будущего. Или мы его разрушаем, я так и не понял, что мы здесь творим. Но это какой-то беспредел. Все, бегемотище мы завалили. Осталось нам еще посносить пару зданий. И, видимо, тогда будет самая последняя стадия, которая здесь только может быть. И самый страшный и опасный босс. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Еще чуть-чуть, пару пулеметиков. Я думаю, они нам обязательно пригодятся. Поэтому надо вооружиться как можно сильнее. Опачки. Что происходит? Собака куда-то улетела. И открывается портал. Что это такое? Воу! Мне уже крипово становится. Ладно, олень, побежали.
Надо туда нырнуть. Мне кажется, хомяк уже в шоке. Да и людишки тоже. Хотя им, по-моему, вообще пофигу. Они как крутили там свою штуковину, так и ходят, вертят. Отлично, мы прибежали к порталу. Надо прыгать в него. Ну, мне так страшно, коты. Оу! Вы только посмотрите, он нас засасывает. Давай, олень, лети! У-ху! Очуметь. Что это такое? Оу, подожди, где это мы попались? Куда это мы вообще делись? Здрасте. Это еще один олень. Очуметь. Здорово, парень. Блин. Мы что, будем сражаться против оленя? Серьезно, мы ж братаны. Олень, оленю, друг. На, получай, раз уж ты такой негодяй. Слушайте, надо аккуратно. О, он достал меч. Блинский еж. Прям по пукану мне черканул. На тебе в ответочку. Максимально аккуратненько все делаем. О, пачки у него пистолеты. Главное победить его сейчас. На, получай, оленище. Сейчас я тебе дам леща. Не на того оленя ты напал. Понял, олень? Ё-моё, вы только посмотрите. Опа, давай. На тебе, оленевод. И еще разочек. Кто это такой вообще, я не понимаю. Вроде как, мы же должны дружить. А это не наш двойник, случайно? Опа, получай, оленище. Ха-ха-ха-ха. Что, мы уже его победили? Отлично, опа. А это уж совсем не отлично. Он сделал какого-то двойника. Вы только посмотрите, черный олень. Нам надо спасаться, коты. Просто по полной. Опа, максимально аккуратно. Ё-моё, они меня гасят, стреляют со всех стволов. Что это такое? Блин, они бегут за мной. Отстаньте, олени. Я тоже олень. Что вы творите, беспредельщики? Сейчас мы вам тут устроим взбучку. Олени, на шаверму всех пустим сейчас. Давай, давай, давай. Сейчас я из вас сделаю сосисочки. Опачки. Давайте, получайте по попочке. Воу, они бегут за мной. Ё-моё. Слушайте, ну они опасны, их двое. Был бы один, как-то полегче могло бы все происходить. Ё-моё. На, оленище, получай, тебе еще леща. Отлично. Мы скоро уже сломаем черного оленя. Я не знаю, кто это такой, призрак или его тень. В общем, минус один. И сейчас нам надо добивать второго, который за нами носится как бешеный. Главное, чтобы он рогами нас не забодал. Оленичи, на, получай. Пяу-пяу-пяу-пяу. Слушайте, мы, походу, сейчас победим. Есть, коты, неплохо так. Минус два оленя. Ё-моё, что происходит? Они снова прыгнули в какой-то портал, и я за ними улетел. Такое себе, конечно. Оу, что это такое? Вы посмотрите. Черный олень сходит с ума. Какой он огромный. Блин, им управляет маленький олень. Ха-ха-ха, что это? Вот это жесть. И тут выскакиваем мы такие. Опачки, здрасте. Кидаем рога в портал. Что сейчас будет? О, это же собака, которую мы побеждали. Теперь у нее рога. Очуметь. Они будут сражаться вместе со мной? Хо-хо-хо. Ну все, сейчас мы точно всех на шаверму пустим. Очуметь. Вот это прикол. У-ху. Ну что, оленище, ты готов? Сейчас будет битва. Как будто Мегадзилла. На, получай. Опа, неплохо так засандалили. Еще разочек. Слушайте, ну это будет легко, мне кажется. И бам, получай, оленище. Оу, ты что, бодаешься? Олень, ты что, олень? Это что такое? А, мы поставили блоки. Ха-ха-ха, неплохо. Опа, на, получай по голове своей. Главное вовремя увернуться. Ух ты ж, ё-моё, он разбил мой блок, серьезно. Ай, блин, собака головой стукнулась. Ей же больно. Оу-оу-оу-оу, подождите-ка. Он теперь блокирует наши удары. Все не так просто, как я думал.
Ладно, надо выждать момент, когда он наносит удар, и быстренько вперед. Блин, я хотел блок, честно говоря, поставить, но перепутал кнопку. Ладно, мы успели попасть. И сейчас надо еще разочек. Ай, блин, головой уже, сотрясение мозга у моего пса. Давай, ленище, сейчас я заблокирую. Опа, а, думал, я блок поставлю. Нет, я тебя треснул. И сейчас еще разочек. Пэм. Давай, 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 надо побеждать. А! Вот сейчас надо было ставить блок. Здесь есть медленный и быстрый удар. Когда происходит быстрый, надо ставить блок. Когда медленный, надо ударять вперед него. И сейчас быстрый удар. Оу, неплохо получай, олень. Я же говорил, что сосиски из таз сделаю. Здрасте, мистер оленище. Ну все, Габылыч вам. Кто здесь самый крутой олень? Это я. Опа, здрасте, мордасти. Это разработчик говорит, что игра еще будет продолжаться. Окей, дружище, тогда мы будем ждать следующей части. Я надеюсь, вам понравился видосик. Обязательно ставьте лайкосики и всем до скорых встреч.